Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, структура, которая включает в себя целый ряд подразделений. Мособлпошспас, его сотрудники выезжают на места чрезвычайных происшествий, Мособлрезерв, где хранятся ресурсы для ликвидации ЧС, Центр вызова экстренных оперативных служб или просто 112, а также спеццентр «Звенигород». Здесь происходит подготовка и переподготовка работников гражданской обороны. Чтобы подвести итоги проделанной работы, представители всех подразделений собрались в городе Видное и заслушали годовой доклад своего руководителя. Весь этот год наши учреждения, управления выполняли мероприятия, которые определены, все наши учреждения действуют в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья», и все мероприятия, которые были определены этой программой, были выполнены нашими учреждениями. В целом этот год мы оцениваем положительно. Особый акцент начальник управления сделал на деятельности Московской областной пожарно-спасательной службы, которая в этом году отмечает десятилетие со дня основания. Она была признана лучшим подразделением, за что ее руководителю вручили традиционный кубок. Среди сотрудников Мособлпошспаса в этом году оказалось много награжденных. Еще в армии Сергей Бурмистров понял, что дело всей его жизни – спасать людей. Решил помогать людям, значит, надо этим заниматься. Награды в этот день получили представители и других подразделений. За добросовестный труд Марии Оградиной вручили нагрудный знак МЧС. Работается мне там хорошо и комфортно. Работаю я там с 2014 года. Обстановка у нас в коллективе здоровая. Ну, без проблем не бывает, но если бы не было проблем, наверное, было бы не работать, не жить, не интересно. Ну и работаем мы на положительный всегда результат. Работу выполняем качественно, в срок. По мнению всех сотрудников каждого из подразделений Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, с каждым годом качество их работы растет. Во многом это связано с тем, что улучшается оснащение служб. Дали новое оборудование и стало намного легче работать. Потому что сейчас каждым годом все новые машины приходят, более современные. У них уже и спасательные устройства, и новые аппараты изолирующие. Значит. Но сам факт в том, что содействие с федеральными и легче решает все задачи по пожаротушению. После отчета и торжественного награждения мероприятие продолжилось концертом. На сцену вышли народные коллективы и ансамбль барабанщиков. Артисты продемонстрировали виртуозное умение игры на ударных. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.